никого не трогал. Но коротко ли, долго ли, пришли, Серегу потрогали. Серега, дай денег на пиво, Серега, заплати за квартиру, Серега, убери за котом, Серега, пойдем, пойдем, Серега, почини на кухне кран, Серега, не ходи туда по рам, Серега, спи, Серега, вставай, Серега, давай, давай. А Серега говорит, буй вам, слышите, буй вам, я ничего не дам, я вам ничего не дам. Серега говорит, буй вам, двигатели, буй вам, у меня ничего нет, и я вам ничего не дам. А еще жил просто Володя, Володя жил, как лопух в огороде, был добрый, как минералка, Володе было ничего не жалко. Володя, дай денег! Да! Дай переночевать! Да! Володя, у меня дырка в штанах! Володя, дай штаны! Да! А пошли грабить банк! Пошли! А я пошлю тебя там! Пошли! Скажи ментам, что я отсюда! Вот отсюда! Володя, водку будешь? Буду! Спрашиваешь, конечно, буду! Но когда-нибудь, через год, пять или семь, Володя вдруг поменяется совсем. И на простую просьбу он ответит строго: попросите, попросите Серегу! А Серега говорит, буй вам, слышите, буй вам, я ничего не дам, я вам ничего не дам. Серега говорит, буй вам, видите ли, буй вам, у меня ничего нет, я вам ничего не дам. Серега говорит, буй вам, ничего лишнего, но буй вам, я ничего не дам, я вам ничего не дам. Дело в том, что буй вам, извините, но буй вам, у меня ничего нет, я вам ничего не дам. И сегодня вот...